Ситуацию вокруг Михаила Саакашвили прокомментировали в оппозиционном блоке. Говорят, 2 года назад были одной из немногих политических сил, которая еще тогда негативно восприняла получение им украинского гражданства. В оппоблоке напоминают, что на тот момент неясным оставался вопрос с грузинским гражданством политика. Кроме того, постоянно всплывала информация об уголовных делах, открытых против него на родине. В этой связи оппозиционеры задаются вопросом, понесут ли теперь ответственность чиновники, которые незаконно вручили Саакашвили украинский паспорт. Это говорит, с моей точки зрения, о вероятности досрочных выборов. Наверное, как само по себе, это позитивный факт, это шанс на перезагрузку власти в стране. Но это однозначно показывает, что власть способна на все, и власть будет жестко закручивать гайки в отношении всех своих конкурентов, всех своих противников.